встает заря, светла и горяча, и будьте так вовеки нерушима. Россия начиналась не с меча, и потому она непобедима. День народного единства россияне отмечают относительно недавно, с 2005 года. Праздник связан с важным историческим событием. 4 ноября 1612 года народные ополченцы во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободили Москву от польских интервентов. И вот спустя века 4 ноября – красная дата календаря. Салават присоединился к празднованию. В нашем городе, как и во всей стране, отметили День народного единства. В культурно-досуговом центре «Агидель» по такому случаю состоялся концерт. В фойе вниманию горожан была представлена выставка работ художника Асгата Елиева. С праздником горожан поздравили артисты и представители администрации города. Уважаемые салаватцы и гости города, от имени главы администрации Геннадия Миронова поздравляю вас с государственным праздником, Днем народного единства. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе на благо нашей Родины. С праздником! Праздник, который называют силой нашего народа, могучего духа и непобедимой воли. Основная цель знаменательной даты – объединить всех жителей России вне зависимости от социального статуса, религиозных взглядов или национальной принадлежности. Праздничный концерт вызвал целую гамму чувств и оставил глубокое впечатление в сердцах присутствующих. Зрители не сдерживали эмоций, со слезами на глазах подпевали в такт знакомым песням, смотрели на проникновенные трогательные кадры и аплодировали каждому выступлению. Мы все уважаем друг друга и живем в такой стране, где у нас все имеется. Праздник очень великолепный. Всех поздравляю с праздником. Желаю всем здоровья, благополучия. Дружба – это когда люди между собой дружат, все национальности, чтобы мы жили все в единстве. Я так плакала. Мне такая гордость, конечно, за нашу страну, за Россию. Вообще очень познавательная лектория. Очень понравилось. Со сцены звучали песни о мире, дружбе, о России. Был подготовлен душевный видеоролик об истории России и русских солдатах. Все музыкальные номера наполнили зрителей чувством гордости за нашу отчизну, за наше отечество. Альбина Кашапова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».